Сегодня в городе над Бугом состоялось совместное заседание коллегии прокуратуры Комитета государственного контроля Брестской области, на которой были рассмотрены результаты проверки состояния законности в сфере лесного хозяйства. Несмотря на положительную динамику развития лесохозяйственной отрасли региона в целом и выполнение лесхозами основных доведенных показателей, имеется и ряд существенных недоработок и недостатков. В части, к примеру, незаконной вырубки лесов, невыполнения порядка использования лесосечного фонда и предоставления участков, а также нарушение антикоррупционного законодательства. Выявлены нарушения в области законодательства о борьбе с коррупцией, приведении административного процесса, природоохранного законодательства, при проведении государственных закупок, также другие нарушения. К сожалению, отдельные нарушения уже носят систематически негативный характер, и поэтому требуется принятие конкретных мер по их устранению. Одна из основных причин, которые лежат в основе подобного положения дела – отсутствие должного контроля за соблюдением порядка и норм законности со стороны руководителей учреждений лесного хозяйства на местах. Но списывать все проблемы только на управленцев нельзя. Решить назревшие вопросы можно, выработав многостороннюю комплексную программу, затрагивающую все этапы работы. Будут выработаны и предложены конкретные меры по рассмотрению материалов, дана принципиальная оценка должностным лицам и предложены пути выхода из сложившейся ситуации. Результаты проведенного совещания должны быть видны не на бумагах, а на деле уже в ближайшее время. Руководителям лесохозяйственных учреждений области необходимо разработать и внедрить на местах план по устранению недостатков и предупреждению возникновения новых проблемных моментов, как в части ведения лесных работ, так и в деле борьбы с коррупцией. Лес – наше национальное достояние и одно из главных богатств, и относиться к нему необходимо рачительно и продуманно, четко и грамотно просчитывая каждый свой шаг.